Привет, привет. Наши друзья-устранители зашевелились. Нервы они мне помотали. Вот и мне тоже. С этим надо что-то делать. Тут сложно. Это не банда, а род занятий. Там, где есть деньги, будут и устранители. В лучшем случае можно выбрать одну из групп и ударить по ней. И надеяться, что следующей целью станешь не ты. Тогда дам тебе контакт. Выслеживали офисных работников. Пытались через них получить доступ к счетам компаний. Воры? Убийцы. Есть жертвы. Я знаю этих людей, но доказательств нет. Но у нас есть ты. Thank you.
Да, готово. С делом покончено? Нет. И это больше не похоже на грабежи. Нашлась связь между двумя жертвами. Они родственники. Черт, значит, это мокруха. Да, согласна. Займусь делом. Может, еще что раскопаю. Скажи мне вот что, незнакомец. Откуда инфа про устранителей? У меня есть списочек. Бывает, выхожу на контакт, чтобы быть в курсе. Связывался чисто, чтобы узнать, как система работает. Да ты псих! Это я уже слышал. Но меня пока не засекли, потому что я работал с теми, кто не жаждет всадить мне пулю в лоб. Чуть не забыла. Кое-что про наших устранителей. Ты в деле? Ты знаешь, мы вчера вечером поговорили и решили таки все проблемы. Круто. Да, так все и будет. Да, а виноват-то был я. Спасибо, благодаря тебе я сделал прекрасная новость. Что она думает? Я верю, что у вас все получится. Честно. Thank you.
мое! Больно-то как! Что за странный звук? Вижу подозрительный объект. Разберемся, что к чему. Что это за... Черт! Я прикрою. От смерти не убежишь! Ты уже здоров, слышишь? Сдавайся. Все равно мы тебя найдем. Не устал еще бегать, урод! Сейчас я его завалю. Сбоку!
Вон там он был. Сходи, проверь. Мне нужен аванс побольше. Взять его! Добегался, урод. Он... Что за бред? Что происходит? Уже сворачиваюсь. Не узнала, что они здесь забыли. Охотятся на клуб. И на кой хрен мы их сдерживаем? Потому что они не только преступников убивают, но и их семьи, деловых партнеров. Интересно, зачем им это? Чтобы тряхнуть их, заставить отвлечься на защиту этих людей. Звони, как разузнаешь что-нибудь новое. Займусь ими без разрешения. Никого, ищу дальше. Тут никого, иду дальше. Шейла, с этими покончено. Отлично. Мы почти закончили с этим делом. У меня есть зацепки, но действовать пока рано. Я с тобой свяжусь. Не тяни, нельзя допустить новых жертв. Я понимаю.